Друзья, добрый день! Это счастливая Мария Карпинская. Вот обратите внимание, как Индийский океан, вот это место, где я нахожусь, где я живу сейчас, как отсутствие всяких, каких бы то ни было, забот и хлопот, делает мою жизнь очень счастливой. И я сама становлюсь счастливой, что не видно? Видно ведь, что я счастливый человек. Правда видно? Вот каждый человек должен прийти к такому к счастью, найти себя, где он чувствует, где находится точка его счастья. Потому что у каждого человека, я уверена, есть место, где он может чувствовать себя красивым, счастливым, вне возраста, вне всего. И я являюсь живым примером для вас, для всех, что вот на восьмом десятке лет я нахожу те точки в мире. И ту сказку, я всегда живу в сказке, когда я остаюсь всегда счастливой. Чего и вам желаю. Быть счастливыми, всегда быть молодыми, красивыми, никогда не сдаваться, а самое главное, находить эту сказку во всем. Вот сзади ступеньки, это тоже сказочно. Вот там зеленая беседка, тоже сказочно. Вот здесь домик, где я живу, сказочный. Вот здесь пальмы сказочные. А вы знаете, хорошо там, где нас нет. Но вот я хочу сказать, что где бы я ни была, в Сибири ли, одно время жила давным-давно, где бы я ни была, я всегда была счастливой. Но бывают моменты, когда ты находишься дома, и тебе нужно решать какие-то задачи. Как говорят, у меня есть мысли, я ее думаю. И тогда, конечно же, вот лицо озаряется, не озаряется уже радостью, как вот сейчас. Оно задумчиво напрягается и так далее. Но человек так и живет, и так и нужно. Иногда быть вот таким счастливым, иногда озадаченным. Так что я вот желаю вам всем быть счастливыми, но не все время. Потому что если все время вот такое счастье, вы это просто тоже не потянете. Да и я не потяну. Поэтому периодически нужно быть в счастье, потом выходить из счастья, снова возвращаться и вот таким вот образом жить. Но точка счастья, вот я везде, где бы я ни была, вот даже мне тут там, хозяин этого моего дома показывал мою комнату там другой женщине, она там чего-то такая австриячка, чего-то ей что-то не понравилось, там все, он говорит, а Мария всегда френдли, то есть она всегда радостна, она всегда к людям дружелюбна, и она всегда находит счастье во всем, везде. Что бы ни было, меня куда-нибудь закинь, там совсем какое-то неуютное место, я все равно найду там свою точку счастья, поверьте. Единственное, что мне приносит боль, это люди всегда. Со своими проблемами совсем. А так вообще очень все здорово. Вы знаете, даже вот если развернуться тут, я не хочу, конечно, показывать. Да нет, я не смогу показать. Многие там мне говорят, камеру так наставьте. А еще вставьте себе в одно место камеру и делайте сами видео. Я делаю так, как я хочу, так, как я считаю нужным. И показываю себя счастливой. Всего вам доброго. С вами была Мария Карпинская. До свидания.